Кабы я была царица, я бы садилась всем на лица. Кабы я, бля, был царем, я бы отходил эту чаечку ремнем. Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас их категорически рад приветствовать у себя на канале. Ребята, я, конечно же, понимаю, что у там, ну, разных самок, разных там пабликов, так скажем, да, вот есть такие тренды, типа что-то сказать во всеуслышание, что она будет всем садиться на лица, да. Еще я не помню, где-то может быть год или полтора назад была такая фигня там с фирмой Рибок, да, типа что то ли учредитель, то ли директор этой фирмы сказал, ну, барышня сказала, типа, что там, если мужчина с тобой не согласен, сядь ему на лицо, что-то вот в этом роде, да, как бы. Вот, и с тех пор пошел такой вот типа тренд, да, что если там что-то тебе нравится, сяду тебе на лицо, и вообще королева, всем на лица буду садиться. В чем прикол, я не понимаю, в чем властность? Есть мужчины, которым это по кайфу, так в чем властность твоя, если ты ему ты сядешь на лицо? Если бы ты там, не знаю, там нормального альфача, как бы, да, свободолюбивого, волелюбивого, да, схватила, завязала там ему руки, ноги, там где-то похитила, да, и таким образом бы ты села ему на лицо. Да, возможно, повод для гордости есть, потому что это все уголовно наказуемо, да, то есть это опасно, да, как бы какой-то драйв, да, ну а так вот, ну сказала ты и что. Да я больше чем уверен, что скорее всего никому она никуда не сядет, потому что, блин, ну это все для понтов сказано. Привлечь к себе внимание, там сиськи сделать, сказать, что она всем на лица будет садиться, но как-то так вот, ребята, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу.